С вами я, Александр Демидович. Сегодня 21 июня 2016 года. Время 17:05. Сегодня каждый третий вторник, сегодня третий вторник этого месяца. С 17 до 18 по улице Ивана Мазепы, 30, комната 121, принимает депутат городского совета Корнейчук Владимир. Ну, на здании адреса не написано, но мне сказали, что это здесь. Сейчас зайдем, узнаем, зададим пару вопросов Владимиру. Добрый день. Здравствуйте. Вот. Это 121-й. О, да, вижу. В двери закрыта табличка у нас. Да. Добрый день. О, здравствуйте. Здравствуйте. Володь, я не помешаю, пару конечно, вопросов. Нет. Давайте, заходьте. С чем обращаются к вам избиратели? С всем обращаются. Самое последнее обращение. Самое последнее обращение, что вы обращалися, який на остановці Огнівка, так. На остановці. Ну, ми вирішили питання, вже три стовба стоїть, освітлення там є на остановці. О, у вас вже і удачі є, да? Так, удача, зловили удачу за хвоста. Володь, сьогодні я був на планерці з утра у Олексія Чепурка. Угу. Там по уборці, по дорогам, по люкам багато питань. По вашему избирательному округу есть такие вопросы? Обращаетесь ли вы к Алексею с этими вопросами? Конечно, обращаемся. Было звернення до Алексея Чепурка по поводу пешеходного перехода. Там уже поставили розмитку, зробили, поставили таблички пешеходный переход. Ну, правда, еще в одном месте не поставили, обещали поставить. Там большинство людей звертаются. Ну, это все текущее. Да, да. То есть вас слышат и все вроде бы получается. Получается, да. Хорошо, спасибо большое, удачи. Спасибо. Молодцы. Спасибо, Володь. До свидания. Мы увидели Владимира Корнейчука в работе. Это радует. Радует, что есть депутаты, которые работают для избирателя, которые ждут избирателя, которые идут к избирателю, пытаются чем-то помочь. Спасибо Владимиру Корнейчуку. Надеемся, что другие депутаты тоже мы встретим, найдем.